Черепаха Тортилла поздравляет всех с наступившим Новым годом. Я надеюсь, что он будет лучше. Ну, по крайней мере, все друг другу этого желают. Я благодарю всех моих поклонников, которые прислали огромное количество поздравлений. Ребят, спасибо. Пока я наслаждаюсь отдыхом, не могу сразу всем ответить, но я это сделаю. Ну что, пусть этот бычок будет добрым, не бодается. Боже мой, сколько раз эту херню мы уже желали, а все происходило и происходило. Но нос не вешаем, все пройдет, пройдет и это. Так что давайте думать и посылать в космос только позитив, если получится. А еще Госдума запретила ругаться матом, но с февраля, поэтому я еще успею. Блять, сука, гандоны. Это я все про тот год высказалась.